Новотач. Больше, чем просто стол. Перекусили? Отлично. Теперь можно играть и развиваться. Развлекайтесь и узнавайте новое вместе с интерактивным столом Новотач. Узнай больше. Жми ссылку в описании под видео. Привет всем. Вы на канале Отличик Лайв. И сегодня это мой любимый влог. Ребята, сегодня 22 ноября. Сегодня я пойду в школу, как все. Сегодня вторник. Короче, на моем канале проходит конкурс. В моей группе также есть об этом информация. То есть я решил провести конкурс на стикеры за 9 голосов и за 6 голосов. За первое место будут стикеры за 9 голосов. За второе место будут стикеры за 6 голосов. И за третье место дам, получается, подарок за 20 рублей. И пятое, четвертое место утешительный приз в виде подписи на стену. Это такой мини-конкурс, который будет проходить до 26-27 ноября. Победители будут выбраны random.org или LizaOnAir. Советую вам всем зайти в мою группу и поучаствовать, потому что шанс выигрыша очень большой. Пока что у меня в группе репостнуло эту запись 100 человек. Надеюсь, вы подтянетесь, и там будут уже все 200 и 400. Я думаю, что шанс увеличится выигрыша кого-нибудь именно из вас. Возможно, именно ты станешь и победителем этого конкурса. 5 мест, 5 призовых, так сказать, категорий. В общем, всем советую поучаствовать. Я не знаю, какую рубашку мне одеть, но советоваться я сейчас не буду, потому что мне уже через 30 минут выходить в школу. Хочу вот эту одеть. Она очень крутая, классная, да, такая, ну... Прямо модная, стиляжная. Или моя любимая, вот эта классическая белая, которая вот самая удобная на все случаи жизни. Или вот такая вот, можно сказать, нежно-фиолетовая, как нежно-розовая, не знаю. Это я вчера одевал, это я одевал розовую свою фиолетовую, розово-фиолетовую рубашку. Такой нежный цвет. Я не знаю, как нежные цвета произносить, потому что, ну, знаете, как нежно-фиолетовый, нежно-розовый, тут разницы особо-то и нету. Вот, и жилеточку одеваю, свою школьную униформу повседневную. Ой, брючки тут у меня висят. Я думаю одеть вот свою вот эту любимую белую рубашку или вот эту вот, не знаю, как выбрать. Наверное, сейчас способом считалочки или даже не знаю как. В общем, сейчас я вам еще покажу свой гардероб. У меня здесь открывается дверка шкафа-купе. И у меня теряется сразу же фокус. Здесь у меня лежат джинсы всякие, ну и штаны, которые я одеваю не в школу. Всякие футболки, майки, там трусы, шорты, тут то же самое. Тут лежат все футболки и майки от всемайки.ру, естественно. Ссылочка на них останется в описании. Ни реклама, ни пиар, просто те люди, которые хотят такие же футболки, как у меня, советую вам пройти по ссылочке в описании. Ребят, я оделся в школу, в свою униформу, выбрал белую любимую рубашку, любимые очки одел. Ребят, уже вечереет, и я пришел со школы вот буквально 3 часа назад. И я заслоупочил, заигрался и забыл, что, в общем, у меня идет влог. Сегодня на батуты мы никуда не собираемся. Папа поехал менять в машине стартер. Юля с Лешей вчера были уже на батутах с Алисой, но и они уже не поедут, как бы. Наверное, завтра соберемся и поедем. Сегодня я уже заканчиваю влог свой. Вот, что вам хотел сказать. Так, повторюсь. Так, одну секундочку. В группе ВКонтакте, в официальном моем паблике, проходит конкурс на стикеры и еще на всякую там фигню. В общем, на роспись от меня, там на стикеры, на подарки. В общем, всем советую подписаться на мою группу и пройти по ссылочке, которая будет, естественно, в описании. В общем, что бы еще сказать-то вам. Ну и, конечно же, такая вот интересная новость. Желаете ли вы открыть сервер в Майнкрафте? Потому что я очень хочу открыть сервер в Майнкрафте, чтобы все мои подписчики могли играть вместе со мной на стримах. Я не знаю, там просто на видео что-нибудь делать, строить дома, там, не знаю, донат введем, чтобы все четенько было играть, чтобы было вам комфортнее, удобнее. Не знаю, ну, ребят, напишите в комментариях, стоит ли открывать сервер в Майнкрафте. Там будут очень большие раздачи вещей, там... Не знаю, админки буду разыгрывать каждый день, но все, чтобы поднять активность. Мама решила сделать нам на вечер, на ужин пиццу. Давай сам стряпай. На. Да я не умею. Давай, учись. Даля, а чего я буду стряпать? Давай, ты любишь. Иди раскатывай, намазывай.
Всего-то в духовку бросил и все. У меня так не получится. Давай. У тебя по рецепту семейному. Давай по семейному. Все, давай, катай, учись. Я маму еще попросил сделать котлетки, чтобы кляр схватывался. Ой, и был мне красиво. Сейчас вырвет от кляра. Почему нормально, как KFC, куриные котлетки? Знаешь что? Что вызови есть? Себе вон домработницу, повара, кухарку. Ты можешь себе это позволить. Пусть тебе делают котлетки. KFC как. Чего ты молчишь? Чего сразу молчишь-то? Я просто пошел учебник по географии взять. Читаю. Давай, читай. Мне многие говорят, в каком классе ты учишься, пишут там, что мне 11 лет, что мне 10 лет, что это вообще еще small baby. Вот. Седьмой класс география. Я в седьмом классе учусь, мне 13 лет, понимаете? Купил еще летом селфи-палку вот такую, думал снимать в Анапе, там в Краснодарском крае. В Наморе там какие-нибудь селфи делать, видосики, да, пилить на GoPro, но у меня нету. И в итоге палка вообще не работает, не подключается ни к какому смартфону. Пробовал подключать и к Нининому, и к моему, я не знаю, к Юлиному даже пробовал вроде. И она как бы не работает, что заряжаю, что не заряжаю, мне все равно вылетает ошибка с ней. Классное средство купил в ДНС, спрей для очистки оптических поверхностей. Сейчас вот протер телефончик свой, и он вообще вот прямо блестит, смотрите. Да, вообще нет разводов, меня даже видно в отражении. Классная штучка, когда увидите в ДНС, обязательно покупайте. Прям вот идеальная. Я думал, что очередная фигня, как салфетки, но это нет, это не фигня. Также вам там в подарок дают вот такую микрофибру. Не знаю, это только у нас или только во всех. Короче, не знаю, посмотрите. Прикольное средство. Что-то слышны звуки из комнаты. Что делаешь, мама? Смотрю, не нуши. А кто это такая? Это дочь моя. А моя сестра, да, получается? Да. Что за видео у нее? День рождения Манили. Мини Ванили. Да, ребят. Я про мультик жду, когда закончится. А что там? Там что-то случилось, что ли, да, с ней? Ну что, ребят, если вам понравился такой влог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, крутой отличник Вайв. До новых встреч. Всем пока.